И снова мы возвращаемся в нашу студию на Красном Октябре, а точнее отсюда мы сейчас перенесемся прямо в Лондон, где в эти минуты тоже проходит митинг несогласных. Там находится мой коллега Дмитрий Еловский. Митя, слышишь ли ты дождь? Да, снова вас слышу. Тоже сейчас многие тут прильнули к своим айпэдам и айфонам, стали слушать выступление господина Кудрина на митинге через телеканал «Дождь». Многие следят здесь за тем, что происходит в Москве, и периодически читают сводки новостей и радуются тому, сколько человек сегодня вышло в Москве. Но здесь, как я уже говорил, пришло сейчас на данный момент человек где-то 50, но люди подтягиваются. Довольно примечательная такая эстетика митинга. Организаторы принесли много презервативов, как бы намекая на недавнее обращение Путина. Вот все мы помним, что он говорил, но у многих тут также плакаты различного рода, лозунги, ну и, конечно же, белые ленты. Но митинг в самом разгаре сейчас. Я думаю, еще народ придет. В принципе, атмосфера довольно позитивная, но вот неизвестные из посольства обратили кто-то внимание на то, что сегодня происходит. Все-таки начались праздники, да и к тому же выходной день. Коллеги. Да, спасибо, Митя. Это был наш коллега Дмитрий Еловский, который рассказывал о митинге в Лондоне. Он